Навучаем, развиваем, выховываем. На Могилёўшчыне подводить выники республиканского тыдня установ додатковой эдукации детей и молоди. Подчас его проходили своеобразные фестивали талентов и творчих идей педагогов и навученцев таких установ. Подчас тыдню презентовали книгу «Наш край Могилёвский», яе автор – историк Миколай Борисенко. У одно выдание он собрал все знаковые подеи от давнины до теперешних дён. Распрацевана яна для педагогов школы и высших навучальных установ. Подробязности у Татьяны Сергейчик. Над книгой по краязнавству «Наш край Могилёвский» Миколай Борисенко працевал 10 годов. По словам автора, давняя мара собрать у одно выдание усе важные подеи и факты про кожный регион нашей области нареште ожыццявілася. Изучая состояние дел в школах, мы пришли к выводу, что местного материала у педагогов катастрофически мало. Они на сегодня даже самые любознательные учителя, самые увлеченные краеведы имеют отдельные газетные вырезки, интернетные какие-то распечатки, выписки из книг. Все это собирают в папочки, но этого сегодня недостаточно. Это первый опыт в Республике Беларусь по собраниям сведений о краеведении, о исторических событиях, о их развитии и констатация факта сегодняшних дней в одном издании. Книга рекомендована к использованию в учреждениях всех типов. Это и школы, и учреждения высшего образования. Прежде всего для учителей, для преподавателей, которые смогут использовать данные материалы в своей деятельности профессиональной. Тираж книги – 1000 экземпляров. И она будет размеркована по всех навучальных установах Могилёвской области. У продажи яе не будет. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, Новин регион.